Молчать. Да. Ваш язык, ваш враг. Надо устраивать дебаты. Чек на пол. Кто кого? ВК на двоих, попроб на одном. Начинаем. Ну дайте хапки как похавать. Фабрик. Блин, непобедимые воины короля Лича! Теперь! Наши силы едины! Осознание был досадным недоразумением! Сила смерти позволит Валанару свершить отмщение! И прольется кровь! Ой, край! Далеко. РТД дальше. Сила сферы питает меня. Хант дальше встань, Атом. Посмотрел серию сверхъестественного. 13-го. А не 15-го, что ли. Какой-то детектив. Какая-то мафия, там пиздец. В итоге они кровь святого человека добыли. Типу череп какой-то подогнали. Типу вот, да. Войд, зачем ты дал им свою кровь? Да проверяй, в конце малой разъебет всех. А потом его разъебет. А, кинетика, блядь! Короче, открываешься их, естественно, и смотри. Потом... ЛП в кинетику, ЛП. Там упал танк. Танк лёг. Там? Сука. Тогда надо упасть. Ну давай, этот... Чендлер, поднимай танка. Плохо, что танк упал. Придётся добить танка. Поднял танк, Чендлер? Ну, конечно. И он упал. Опять уронили, до свидания. Забирай Валанару, там утроб. Иди в центр, тащи всех мобов. Остался один. Бегите ко мне, куда вы от меня убегаете? Иди, я загрел, я загрел. Вот, киньте пока мы можем. Киньте цель. Быстрый, могучий. Поражали все. Давайте, я, наверное, гимн на ХП зачитаю. Убиваем его. Чаша полна. Разбегайтесь. Реально бежать на хилов, блядь. Прикольно отлетели. Если сейчас. На мейн болим. Надо никому плащ. Объясните мне, братишки. Нам ты сейчас. Куветы здесь? Да. Что-то упоминает. Забутыльник за бутыльника не бросит. Я не вкидали. Кинетика упала возле меня и пиздец. Ну и короче, там
били как могли кинетику, но она упала. Так, контролим двух мобов. Значит, Нальгин контролишь кружок. Я контролю. Маги, дайте хапки, пожалуйста, а? Кому обмен кинули? Подойдет рослый, это треугольник, будем рослый убить. А, еще дополнительно кто-то моба законтролит, типа ретрик, типа сова, это будет вам только плюс. Приготовился, кружок контроль, раз, два, три, контроль. Ну, спасибо, будет. Все бьем рослого, рослого, треугольник, рослого. Точечно, не играем тут. После рослого бьем трифу, после рослого бьем трифу. Внимательно, звезду все выбрали, точечно играем. Сильно звезду дали стану. Кружок обновленный гейм, не знаю сколько прошло. Обнови, обнови кружок, кружок обнови. Вот. Добивать этих трех мобов. Потом точечно ромбик забирать. Нет, трех мобов. Там точечно ромбик забирать. Так, сейчас на мобах нужно будет убить диаметр сначала по очереди, а потом ауешить. Не агрите мобов, пока сейчас метки дам. Кружок, ромбик. Какая из них ближе будет, скажу. Танки вперед. Приготовились одну метку выбрать. Готовились. Давайте все кружок играем, выбрать кружок все. Не надо уешать, ему пойдет не зря просто. Кружок сильнее. Добили кружок. Теперь ромбик все играют. Топор рубить, подходи. Входим к лане, чек на пука, на баб. Быстрее, времени мало осталось. Все готовы? Подожди, мана. Отпивай ману 10 секунд.
перекиваем, никого не роняем. Первая, вторая пати приоритет. Смотрите, их не роните. Сейчас поменяю ключу. Первая, вторая пати, тряпки, их не роните. Чек на пул. Первую особенно захиливайте, ходите, прямо восстановление, бафуйте друиды. Начинаем танки. Команда приоритет, ладно. Это было неразумное решение. Куда сам сходить? Я голодна. Опять Макгрегор укус поймал. Держим рейд на пул. Блин, я в дозашмоте, в танка шмоте. Давайте рост. На ПВП ролим. Тебе надо эту хуйню? Не, так просто. Отдай тому, кто ПВПшит. Ты для ПВПшишь? Завоевателя ролим.
О, камешек упал. Кирилл, тебе надо? Давай этому маю. Отзыв. На чумку идем трэш. Защитник. Я грю. Защитник. А, появился на защитнике, пацан. Как дела? Квест не забудьте сдать, пока не ушли далеко. Приготовились овешек. Идет, заводите собаку сюда. Ушли с прохода оттуда. Забирай. Ловушка назад, назад. Морозьте маги, ешь. Здесь. Здесь. Сова подними.
отдайте от хит. Вот сейчас. Я там на себя двух после что сразу кидаю. У меня нет духа, я ДЦ. Обычно будет. Не надо раньше. Че вы приколов? Вы да не знаете, че вы. Возмущаетесь сразу. А ты че не в пати, что думал? Ты на гнилов или на тухлов? Нохнулся, походу, он летает. Тряпается. Это есть козырь. Дайте шкаф. Ты сумел лагу. Тихо, сумел. Сразу начинаем. Май. Начинаем танки. Кера будет? Не, ХД же. Гелик, когда заливалась полкомнаты, не четверть. Снова потекла. Побежали с центра. Отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Дырку в небо над этим боссом, опять шея не упала. Какая шея? На танка. Да, мне новый плащ, новый спек, если можно. А, нет, все, все, нет, нет, не нужен, все, все, все окей. Легенда на мейн, топор на мейн.
Ну, топор вроде на мейнджи, не писал, что на танк король. Так лучше ли? Ставьте шкаф на туху. Кровь нужна кому-то? Раз, два. Ладно, нету крови. Легенда, а тебе точно нужно ты плащ? Да, мох, надо какой-нибудь. Нет, первый, десятый ох. Окей. Не, я просто за то, что ретрику агильный плащ идет. Да похер какой плащ, этот лучше, чем с десятки ох будет стопудово. Да. Курики вообще кал, паладины нужный класс для рейдов. Ну, фурики могут на лече возвращаться, это, по-моему, тоже неплохо. Уже не могут? Уже давно. Сейчас вообще кто-нибудь коты может возвращаться? Коты могут возвращаться? Маги. Только локи. Нифига себе. Мак, ты где стоишь? Трусы одну спору. Ну тогда да, вары бесполезны. На 8 забирать, да? Да. Да. Прожмись перед тем, как заберешь. Как будто все бары и раскол стактают. Конечно, в кучу надо сбежаться, так нормально будет дамажиться. Сейчас рейд лучше хилим. Да все, можно не сбегаться. Всегда был моим любимчиком. Как это сказать? Милорд? Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Могу сказать, что поезд на танка не упал. Не упал. Поезд на танка покупается уже туда. Ну, пока льда нету, хотелось бы его выбить. Блин, ни одной шмотки на танка, которая нужна. Дайте шкаф, сейчас локос у меня. Найдем здесь. Дайте шкаф с умом сейчас.
ни у кого нету плеча из БЛЕшных старшака. Да сука, отойдите от шкафа, ёбаный стыд. Не могу попасть, блядь. Ты как в лицо какого-то дурака всегда. Принимай. Так, чуть-чуть приспустимся, вот нормально. Первый ППС. Здесь не было. На бафы на пул. ДК. Легенда. Ух. У нас гин. Гин. Анальгин. Пей куклу. Утром подходи к профу, милики подходим, будем переводить без слизня. И куклу. Нагрей босса. Отличные куклу, новости, да. Народ. Первого я не завед... А, понятно, без слизня, окей. Весь Азерот. Ну, уже босса домашний. Там ордру фотоите, я куплю. Переход к 80, да? 80. 80. Так, после стана все бежим к столу, все бежим с центра уходим. Касается анальгина, персонально, ты бежишь к столу, ровно. Бежим все к столу. Ханты отпрыгиваем. Зеленый выбирает цель. Все в зеленом. Милики в зеленом. Красный внимание. РД приготовили. Все в красном. Вот эти куклы по возможности. Великий красный. Я пока не могу прочитать это заклинание. Колбы сейчас. Колбы. Зеленый может быть смелее. В центр. Отводи под зеленого. Куда в звезду? Милики, блядь. УВ, ты шаришь, где зеленый появляется? Бейте зеленого. Не бегите на зеленого, милики. Войт Конор Макгрегор. А, привет, Ваня. Здорово. Привет, Ваня. Здорово. Столько раз на сегодня. Как твои дела, Ваня? Где ты, как там, с Германии приехал? Да, приехал к вам, пацаны. Приехал к вам, ребята. С мыслями о вас. Милики красные. Взаимно. Вы профа бьете, я тоже профа бью. На кого? 50? На 25 гер. А кто? Кто рад? Меркурий. Меркурий в опасности.
На вкус как вишенка. Как милики подойдут к боссу. Ой, извините. Давайте после первых колб Геру дадим. Я скажу когда. Сейчас после Филимения, сразу через секунду колб. По трех забирать. Побежали милики из-под босса. Не ловите. Душу в газу. Коп пойдет. Жестко. На трех я забираю. Да. Вышли. Подходим. Бля, я дважды замедляю красного, прикинь. Тупо на этом. Сейчас вот от красного слизня на переход. И начинает первый, все замедлил. Ты выкуп. Давай быстрее через ворота идем. Идем там до сих. Три штака. На четвертом заберешь кулак. Как там Россия поживает? Как Украина поживает без русского газа, блядь? Чё там, замёрзли хохлы, блядь? Есть хохол, ты тоже чё хохол. Чё мычало? Руды хохол ещё похлеще нас. А чё там, блядь, хохол идёт? А, блядь, ладно, похуй. Покорительный ролик. Там скоро Львов, там с польской трубы газ будет пиздить, и нормально. Твой бисовый пояс с вальки падает, а не вот это говно кожаное, понял? Каких пор? Таких пор. Это ты будешь носить, когда никому не надо. Из рог и котов в рейде. Тогда можешь носить. Нихуя не надо. Не, это не бис. Фары носят перчи вроде бы. Бис. Но не пояс. Потому что он дает максимум крита, короче, вару. Так что не выебуйтесь. Это похуй вообще. Да, это не отваром, блядь. Когда вы побежали, это обычка, алё. Ну у меня пояс этот есть как бы, но я приоритет роги отдам лучше. Потому что, блядь, рога не ролит латы, блядь, варовские, сука. Вары, пидоры ненужные, сука, охуели. Я вам сам опять вар. Блядь, вот ты сказал человеку, у которого три вара. Ну и что? Который играет варом, который протовар, блядь. Ну и что теперь, блядь? Просто вар до мозга костей, блядь. Да. Да просто надо понимать, блядь, приоритеты. Ты вар, блядь, ты можешь и ткань ролить тогда будешь, блядь. Не, ну ткань вроде бы не подходит даже, ну, вообще. Блядь, есть рога, есть кот, который ролит. Они получат в приоритете, чем ты. Они у тебя латы не забирают, блядь, так что не выебывайся. Это без обид, блядь, это все, блядь, я так... Да, но этот рога пету забирает мою арбу, которая мне нужна больше, чем ему, блядь. Я пояс такой забирал на вара своего, но в том рейде он никому не нужен был, он как говно. Мне его отдали бесплатно, блядь, в подарок. Да и топовый пояс вообще с геры, а не с обычки. Да. С обычки вообще смысла нету отдавать. Что, тем более, блядь. Извините меня, меня вчера будет не взял в геру, так что... Я в обычке. Ну хули поделать, так еще вон 2-3 рейда будет на КД. Вы приходите, я соберу, блядь. Давайте, мы успеваем. Только она, короче, вот ну, там просто про фазы тащил, как бог, блядь. Мое второе имя Иисус, блядь. Ну нахуй. Чекнул. Это просто пиздец. Кто не идет с нашей гильдии в их рейд, все тащат, это пиздец просто. Лапу и пристабав, перебафу, спасибо. Даю пристабав. Я пока не могу прочитать это заклинание. Этот экстрема тут за... А, на карту не там. Этот, Макгрегор, заходишь. Кто из хилов диспелит как бог? Я диспелю как бог, блядь. Ну ты не хил, блядь. Бог, это мой заместитель, чтобы вы понимали, блядь.
Абуль, диспелишь хорошо? Абуль, диспелишь, все. Чек на пул. Кирилл, экстрема. Короче, запустил. Минута там прошла уже, если что. Чуть пингануло меня так жестко. Наконец, что-то у нас 5 шипа нету, конечно. Мне бросить ледяную скорбь и сдать. Приготовьтесь. Сейчас, если вы делаете все правильно, бьете валик, то тогда падают глоры и прилив. Две глоры и прилив. Прилив это сразу про мои плюс 10, не забываем. Да, да, да. А если мы делаем неправильно? Если мы делаем неправильно, то падает зов. И падает, блядь, даггер, еще какая-нибудь хуйня. Это Коля криминал, да? Да-да-да. Поскучился? Это Колян криминал, бля, в натуре. Я помню тебя, Колян, бля. Николай. Анальгин, что ли, или какой? Не, вот этот, Атон, Коля. Это, ну, Колька криминал ему дал погрём когда-то. РДД. Так, Лича на протопала. Слышите, а есть те, кто не в рейде и хочет угорнуть? Пацаны, есть те, кто не в рейде и хочет угорнуть? На, походу, все в рейде. Я вам показал. Да пофиг, в рейде все равно хочу угорнуть, Ваня. Тогда я вам сейчас скину ссылку пацанячью. Чума, 3 секунды, внимание. РДД в звезду отошли левее. Близко вы стоите, словите чуму. Жрис ПД выноси. Спел. РДД в звезду оттянулись, сука. Вы близко с трэшем стоите. По никам начнёт называть. Атон, отойди. Побежали. Заберите рвалку у этого человека как-нибудь. Смотри, топор рубить, я тебя спас со смерти, Гимон. Агро. Не псаличик, уйди из-под ебала, бля. Я твои минус 10 кровов заберу прям сейчас. Будет минус 10. Короче, этот самый Ваня Варенька, видос для тебя посвящается тебе, блядь. Включай, Ваня. Ну, я вон ссылку скинул, кто хочет, посмотрите. Тупо видос про Ваню Варенька, бля, в натуре. Чарли, чё, объём гляну. Приготовимся. Ровно здесь действия. УДД. Сторону перешли. Сейчас мы можем вайпнуть. Стали ровно. Как спуститься? Первая валя. Бежать направо и налево, все без исключения. На ком будет табличка, от него надо будет бежать. Первая валя спускается, право-лево приготовились. Побежали право-лево. Быстрее. Табличка на ком.
Валик full DD. Стан треугольник. Сколько там процентов, кстати, не брали на край? 46. Осквернение в центре не оставляем. Точнее, оставляем в центре, пошли на край. Свет к звезде, лича веди к звезде. 3%. Морден остался. Идем к звезде. На край быстрее. 1%, на край встали. Стан. Духов сильно. Оттяни духа. Ну, вот так вот танчит. Мана нормально. Так, даю гимна ману. Кого-то сейчас будет в комнату забирать и приготовить. Сейчас в комнате за звездочки. Табличка. Какая комната, ты чё? Ну вы чё, троллинга не понимаете? Это просто подъёб. Не, вот это, кстати, новая шутка. Раньше сам не говорил про комнату и звездочку. Крон портал играем. И, блядь, танки сюда. А! Дали за хил. Агро! Забери духа. Блядь, кретины, хилы, сука. Ёбаные гусина. Отдавай, не забери. Все хилим кувы. Я сейчас с другого конца затаунчу его. Надо ничего. Не надо, окей. Все. Вернение вышли. Киря, ты чё? Бля, да мне было рано. На краю лича держи. Не веди в центр сейчас духов, он не кастовал еще. Куве, бля. Вот. Я перейду на другую сторону. Чё ты делаешь? Анальгин, бля. Ты что, бля? К вернению выбежали с подлича. Вышли с вернения на вареньку, все отлично. Давай. Идитесь под духом. Ну что, вы добили лича, не? Не, сейчас. Не, мы в процессе. Идите на ту сторону, там добивай. Идите в противоположную сторону. Варенька, ну ты по-любому оценишь этот видос. Ускорение под босса. А сам чё? Ура! Всё, Варенька, смотри видос в натуре. Просто оцени, это шедевр, блин, для тебя, это в натуре. Но... Слав, кикнешь мне, это надо отойти срочно. Пристал, кикни. Ищем кикать другую. Ваня, это такая реакция на видос, да? Лол. Хорошо, кикнул. Татарин. Чё это ты линканул? Я, короче, был в Германии, мне кореш с Украины скидывает, пишет, это по-любому ты, говорит, блядь. Критерий угорнул, посмотрел, блядь. А, это типа буль первый, ХПС и абсорб. Это просто я первый раз на ДЦ. Интересно было, что такое. Вот ДЦ рулит как тупо из-за щитков, из-за этих. Большое количество дамага предотвращает. Это очень крутой класс в ЦВК с этим бафом. Да и без бафа это тоже круто. Поменяйте мне заметку тогда. Смотри, как я буду воскрешать. Сколько бьет?
Все. Они повергнут этот мир в пучину. А что у тебя буль написано, блядь? Так тебя и зовут, что ли? Нет. Как тебя зовут? Глеб. Хлеб, хлеб. Так и напишем. Кто, блядь, какой-то дегенерат заметки писал, блядь. Абуль, блядь. Войд, нахуй. Чё это за хуйня? Свет, даруй мне последнее благословение. Там же у него есть Абуль и Адуль. Перс. И там, если смотреть и Твинг, и Мейн, то есть разница. Да похуй. Пусть они как хотят различаются. На ком он сейчас сидит? На имя человека. Спектр ИГС, вот стандарт. Невозможно. Абуль, ты на ком сейчас сидишь? Какой сейчас ценник? Марлен, я плащ отдал. Ну на Абуле, он сидит на хули пристену, на ДЦ. Отдал, короче, на топор рубить. Можешь с ним поговорить, если тебе нужно. По-любому его не будет юзать еще долго. До квеста на шлемке. Тем более, он не умеет танчить ни хера. Так, смотрим, сейчас горы упадут, всякие приливы. Посмотри видос, блядь. Ты забьешь хер на горы и приливы в натуре, блядь. Сейчас добавлю, я разролю, тоже посмотрю. Это даже твои мувики не всплывают, чтоб ты понял. Чума, секунда, смотрим. Ну, одна половина плана выполнена. Ну давай, гипсоличик, плюс 10 к роллу. 95. Ну тут без шансов было. Ай, спасибо. Завоеватель роли. Красоты и засияет словно стразы. Улыбки сидят мосты, сойдутся наши берега. Ты станешь мне родным и близким, растает лед, зайдут снега. Когда себе я вставлю сиськи. Маги портал поставили и попрыгали в него. Я плюсанула на ЕП. Все, можно бухать неделю. Сейчас 50. Зачем ты так жестко неделю прям? Так, все на ИП зашли, еще кто-то заходит сейчас? Нет, я захожу. Пошел. Сейчас накину. Зачем тебе ебану будиалину? Как это зачем?